получили. Почему те, которые сидят впереди, получают вторую порцию тогда, когда мы еще даже первую не получали? А затем он спрашивает, почему кто-то должен услышать Евангелие от Иоанна, в принципе, вчера услышать его один раз? С тех пор, как Господь написал свою небольшую книжку, никому не разрешал проверить два раза. Никакого внимания на их бедственное положение. Многие сидящие на задних рядах никогда не вкушали хлеб жизни, который удаляет глубочайшую голову. Absolutely no